One month already, that long. It breaks my heart, hearts of all Ukrainians, and every free person on the planet. That's why I ask you to stand against the war, starting from March 24th, exactly one month after the Russian invasion. From this day and after then, show your standing. Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support. Life. Сейчас Come. хочу сказать отдельно гражданам Российской Федерации. Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших же налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан, людей. Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится, это будет непременно. Вы будете уверены как минимум в одном. Ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю. На нашу территорию. Поэтому вы, граждане России тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте.